Hello again The second weekend, the second course of the inner child therapy is all about mama еще раз здравствуйте вторая who is mama <laughs> you know who your mama is but not everybody has a mother actually uh, sometimes it's a uh, grandmother. иногда это была бабушка uh, there are many of many разные варианты в разных семьях. Когда мы говорим мама, мы подразумеваем того человека, который заботился о вас, воспитывал вас в вашем детстве. Okay so we're all born through a mother a biological mother. Маму, маму and usually it's the most uh, the same person who then raises us through caring feeding us clothing us. И чаще всего это тот же человек о нас, 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 учит нас. So if your mother is uh, loving and accepting you and

that your unconscious have a memory of your mother loving you unconditionally. И ваше подсознание имеет вот это вот часть память о том, что ваша мама любила вас безусловно. I mean, she loves you no matter what you do, no matter who you are. Она любила вас вне зависимости от того, что вы делали. Or, mother said, I will love you if you are a good child that I want you to be. So, this is why it's also important to look again at the theme of what is a natural mother or what is a mother who's conditioning a child. И очень важно посмотреть вот на эти вопросы, что такое естественно, натурально быть мамой, и чем наша мама могла нас обусловить в нашем детстве. Of course, if a is and, um, with energy, если ваша мама расслаблена и она находилась в потоке своей энергии, she will do everything to help her baby grow up healthy and happy. И если она находилась в своей естественной вот этой энергии, то она поможет вырасти своему ребенку здоровым и счастливым. But if the has her own her own Но если мама имеет свои обусловленности, которые ограничивали ее, she's going to those onto her child. то она постарается положить все эти ограничения, передать все эти ограничения своему ребенку. This is very important, very important to understand and important to remember because how, you you child, because how your mother was with you when you were a little child has influenced who you are now, and especially how you are in relationship with other people. И особенно в то, какие вы во взаимоотношениях с другими людьми. Is our first in our life. Мама — это самые первые взаимоотношения в нашей жизни. So she us what is love, what is Она учила нас, что такое любовь, что такое взаимоотношения. And also what is И также, что такое любовь к себе. If we don't love и если мы не любим сами себя, может быть, это потому, что наша мама не любила себя. В терапии детства мы учимся тому, как стать мамой самому себе, самой себе. How can we care for now? Как мы можем позаботиться о себе сейчас? Это не значит, что мы будем not have a positive attitude anymore to our own mother на uh, атитюда, маме, it actually will help our attitude to our mother now и, uh, because therapy when therapy is complete and successful, Потому что, когда uh, терапия пройдена, она полностью и понятна. Мы чувствуем больше благодарности и любви к нашим родителям. Мы приглашаем каждого из вас, кто проходил раньше терапию you или will. нет. Мы приглашаем каждого из вас, кто проходил раньше терапию или нет. У нас будет очень много упражнений, которые помогут вам <coughs> понять, как ваше детство повлияло, ваши родители повлияли на вас. Emotions, so really это, как вы понимаете, будет не только информация, это будет работа с телом, с эмоциями, это действительно... Очень мощный трансформирующий процесс. Okay. So, uh, we you to come to Мы приглашаем вас и ждем скорой встречи с вами. Это будет прекрасно, если вы будете участвовать в обоих частях и часть мама и часть папа. So that the whole will be more Потому что полная терапия тогда наиболее будет успешно для вас. Okay. Looking forward to seeing you there. До скорой встречи. Скоро встретимся.